Итак, в этом видео во фрикат МКЕ мы посчитаем температурную деформацию и напряжение от нее. Итак, вот наша 3D-модель. Она состоит из внешнего слоя спирали со стрелкой и внутреннего слоя спирали. Выполним булевое слияние и переходим в МКЕ. Создаем контейнер с расчетом. Генерируем сетку конечных элементов. Добавим закрепление. Добавим материал. Стрелки и внешнему слою спирали назначим железо, а внутреннему слою спирали назначим медь. Теперь добавим начальную температуру. 293 по Кельвину. Теперь добавим температуру спирали. Все готово к расчету. Переходим к Arculix, выбираем термомеханика и нажимаем «Записать файл задач». И запускаем расчет. Наши результаты. Из-за разных коэффициентов расширения железа и меди спираль стремится распрямиться и поворачивает при этом стрелку. Получился такой себе биметаллический термометр. Также нам теперь доступны и напряжения от температурной деформации. Добавим фильтр результатов и поместим в него фильтр деформации. Вот наша форма деформации. Сохраним ее как картинку. Теперь добавим скалярный фильтр. Отфильтруем концентрацию напряжения в местах закреплений. И теперь нам стали видны сжимающие напряжение слой железа в результате температурного расширения меди.
также сохраним как картинку. Вот наши результаты. Температурная деформация и напряжение. На этом все. Дякую за увагу.